полицейский, выпуская собаку, и в то же самое время открывает огонь из травматического оружия. Пиротехника, резиновые пули и боеприпасы типа бинбэк. Нужно было сбить предполагаемого террориста. Два здесь наберется еще несколько штук. Свято место пусто не бывает. Этот фьорд хорош тем, что он находится спрятанный как бы от центральной открытой. После конфигурации тестирования машины доставляются во все четыре конца света – компьютерным комплексом и крупным предприятием, административным органам и интернет-компаниям. По сути, это сердце электронной инфраструктуры, техническое и беспристрастное. Ну и четвертое. Очень быстрое эссе. Наши уступают 1-2. Смотрим, стратегии белорусов изменится или нет после этого перерыва. Понимаете, что? Англия, Испания повыше. Какие-то там FIFA придумала свои рейтинги. В любом случае, бразильский, как аргентинский чемпионат, котируется. Хороший повтор сейчас был. Сегодня играют Левант и Вильяреал. Два средняка примеры. Вильяреал все-таки посолиднее. Он посолиднее матч начал. Но вторая половина первого тайма прошла, в общем, в атаках. В основном хозяин. Поэтому в погоне за новостями, это я заговорил таким языком из советских газет, занесло нас аж на косу под Анапой. Степаныч? Да. Пришел ответ на наш запрос по связям Рыжего на зоне. Во время заключения основные контакты имел с директором Джоном и Майклом. Это что за иностранцы такие? А, новая мода. Смотри дальше. Майкл, Михаил Погорелов, Джон Иван Звягинцев. Директор Everybody, all the forces against terrorism, against extremism and hatred. Tehran said. Наслаждайтесь широкоэкранным изображением в формате 16 на 9. Теперь ярче, отчетливее, насыщеннее. Yeah. Да! 2 миллиона пикселей. Слишком сексуально. Это в 5 раз четче, чем изображение с обычным разрешением. Разница очевидна.